Ну, со временем же они нам могут наследство отчебучить. Они принесли. Вот, собственно говоря, пожалуйста. В центре Феникс новая жизнь. Еноты, дикобразы. Прошу любить и жаловать. Гложные яйца усов. Вот такая у нас прелесть только появилась недавно. Вот буквально сейчас мы только увидели. Все, не мешай. Ребенка кушает. Может, давай, ребенка давай. Кормят. Все. Дядя Ковразор переходит на усиленное питание. Да. А вот наша девочка. Да, она слепла совсем. Сейчас я налью водички, надо будет и шприцами поправить. Оба ты ее все скормил? Да. Значит, надо хамсу принести еще. Все.